Продолжаем выпуск. В Алматы призеры Олимпиады и звезды казахстанской эстрады взялись за грабли. В рамках акции «Таза Казахстан» они на своем примере решили показать, что можно жить в чистом городе, приложив немного усилий. Идею бережного отношения к родному городу подхватила и молодежь. Асем Мутешева продолжит тему. Вместо спортивных и сценических костюмов – рабочая одежда. Чтобы привести в порядок улицы родного города, олимпийские чемпионы и звезды отечественной эстрады вооружились граблями. Ислам Байрамуков, серебряный призер Олимпиады в Сиднее, одним из первых поддержал инициативу принять участие в экологической акции. Я с удовольствием, конечно, воспринял эту идею. Понятное дело, мы со своим примером показать людям. Ну и просто чисто благое дело сделать, как бы в духовно-нравственном воспитании. Вот молодежь, смотрю, очень много принимает активное участие. Я думаю, когда есть вот такие начинания и есть такое молодое поколение, которое знает, что нужно, ну, как элементарно убраться за собой, я думаю, у нас есть хорошее будущее. Неделя чистоты в Алматы проходит сразу в нескольких районах города. Особое внимание участники экоакции уделили общественным пространствам, паркам и скверам. К примеру, участок на пересечении Шахабуддинова-Сатпаева один из самых людных. Поэтому и мусора здесь всегда больше, говорит бронзовый призер Олимпиады в Париже Ислам Сатпаев. Чистота начинает с самого себя. Если каждый человек будет следить за тем, как он убирает свой мусор и будет стараться находить время помогать, то это будет очень хорошее будущее. Санитарной очисткой дворов Бостандыкского района регулярно занимаются 6 подрядных организаций. Однако со своей задачей коммунальные службы порой не справляются, отмечает таким района Санжар Алин. В районе 670 дворов, и за всеми уследить на ежедневной основе не получается, но у нас есть чаты с жителями, с председателями ОСИ. То есть, когда наши подрядные организации не исполняют свои обязательства, они нам сигнализируют, мы, в свою очередь, оперативно стараемся реагировать. Республиканская акция «Таза Казахстан» снова показала свою эффективность, доказав на деле, что всего за пару часов можно значительно улучшить экологию. Общими усилиями экоактивистов с территории вывезли порядка 30 тонн мусора. Асем Утешева, 24 КЗ.